Саймон говорит, что сегодня мы будем с тобой играть в страшную игру. А теперь нажми на кнопку подписаться. Если ты этого не сделаешь, то он придет за тобой. Кто он, вы, наверное, спросите меня. Саймон. Итак, мы появляемся в каком-то странном домике в Роблоксе. Где я? Мне нужно осмотреться. Я только должен следовать тому, что говорит Саймон. Какой нафиг Саймон? Где этот Саймон? Покажите мне этого вымышленного Саймона. Я что-то не понял. Судя по всему, мы Саймона сегодня не увидим. Так, на буковку F что мы можем сделать? Закрыть глаза. А на C мы можем пригнуться. Хорошо, с управлением мы с тобой разобрались. Ну, а теперь берем с тобой фонарик в руки. Ух ты! Так, беги. Насколько я понимаю, нам нужно не двигаться. Теперь нам нельзя поворачивать. Потому что Саймон, которого мы только что с вами встретили, не сказал «Саймон говорит». Он 1000 раз пытается нас обмануть. Нажмите на N. Я не буду нажимать на N. Все, Саймон исчез. Не идите по этому пути. Хорошо, я пойду по этому пути. А че это башмак здесь валяется? Бегай быстрее. Нет, бегать быстрее мне не нужно, потому что я и так достаточно быстрый. И... посмотреть наверх. Нет, 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 нет. Нельзя смотреть наверх. Нет, Саймона неправильное написание равно не следовать. Видите, да, в правом верхнем углу написаны правила. Если бы я еще их только мог нормально перевести. Потому что этот галимый перевод вообще нифигашеньки мне не помогает. Ребята, эта игра очень жуткая. Если вы ждали хорроров в Роблоксе, обязательно поставьте лайк под этим видосом. Саймон говорит, I'm hiding under your bed. Так, 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 что мне сделать-то? Написать в чат. Все, я написал это. О, капец. А что, если бы таймер был намного меньше? Я бы не успел это написать. Мы с вами дошли до какой-то дверцы. Эта дверь должна открыться, когда я дам точное количество деревьев. Что значит точное количество деревьев? Типа, мне нужно посчитать сейчас деревья, которые здесь есть в поле. Окей, раз дерево, два дерева, три дерева, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подходим вот сюда. Скажи мне, сколько деревьев, или умри, Саймон говорит. А? Ух ты! Нет, глаза нельзя закрывать. Глаза должны быть открыты. Глаза должны быть открыты. Выбираем с вами количество 10 и нажимаем с вами вот на этот рычаг. Дверь откроется, если у вас будет правильное количество деревьев. И да, у нас правильное количество деревьев. Проходим дальше по этому подземелью. Эта пещера заставляет меня дрожать. Я должен исследовать ее. Я должен только следовать тому, что говорит Саймон. Саймон говорит, повернитесь. Так, я повернулся. Посмотреть вниз. Смотрю вниз, он исчез. Нам нужно обращать внимание на то, написано ли Саймон говорит. Если не написано, то нельзя этого делать. Если написано Саймон говорит, то нужно это делать. Идти направо. Но тут не написано Саймон говорит идти направо, поэтому мы с вами пойдем налево. Давай-ка пробежим по этому туннелю. Что это на стенах? Это могут быть подсказки. Да, судя по всему, это какие-то подсказки. Что здесь написано? Саймон говорит, идите в направлении с наименьшим количеством... Ой, нельзя бегать. Подсказка. Вместо подсчета выберите, на основе которого появляется больше или меньше. Что значит больше или меньше? Я вижу намного больше надписей «середина», нежели «влево» или «вправо». Как будто бы середина бросается больше всего в глаза. Давай с тобой попытаемся пробежать вперед, ровно посерединке. Офигеть! Что-то он появился прямо перед ней. Может быть, побежим тогда с тобой налево? Закрыть глаза? Нет, закрывать глаза мы не будем с тобой. Так, влево, 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 влево. Окей, здесь повсюду надписи влево. Хорошо, давай тогда с тобой пойдем влево. Почему бы нет? Почему? А, точно, тут же надпись. Саймон говорит, идите в направлении с наименьшим количеством надписей. Блин, просто вот здесь одной буковки не хватает. Точнее, одной надписи. Что это за ромашка упала с воздуха? Вы это видели только что? Так, давай, пойдем с тобой направо. Хорошо, пробежим вот по этому коридору. И да, я оказался прав. Что дальше? На полу много имени Саймона. Может быть, напоминание? Что это за напоминание? О том, что Саймон следит за мной, я это и так прекрасно понимаю. Так, нажмите Б. Нет, нажимать Б я не буду. О, ребят, он так внезапно появляется, просто обосраться и не встать. Каждый раз, когда он появляется, у меня аж сердце немного ёкает, честно вам скажу. Так, повернитесь, все, повернулся, он исчез. Саймон говорит... А, тут написано не Саймон, а Симоен. Кто такой Симоен? Я не знаю, кто такой Симоен, поэтому я пойду направо. Нужно действовать наоборот. Симоена мы с вами не знаем. У нас есть только наш приятель Саймон, который следит за нами, наш демон-хранитель. Дальше тут написано Симон, говорит, не идите налево. У этого Саймона две буквы S, поэтому мы с тобой пойдем налево. Если он нам говорит, не идите налево, то мы идем с тобой налево. А теперь Сивон говорит, а что он говорит-то вообще? Поверните налево. Ну давай попробуем с тобой пойти направо. Хорошо, будем действовать с тобой от обратного. У нас же все-таки Саймон, а не Сивон. Да, смотрите, ни одного скримера пока что не появилось. Беги. Отпустил руки. Давай, исчезай. Нажмите S. Все. Саймон говорит, справа равно умереть. Ну, понятно. Потому что он здесь появляется, блин. Но если мы пойдем с тобой направо, то мы умрем. А если пойдем налево, то выживем. Это же логично. Он сам дал нам... Ах ты, блинский. Мне, типа, туда лучше не идти. Я пошел налево. Почему здесь написано, Саймон говорит, справа равно умереть? Ладно, пойду направо. Хорошо, скримера здесь не будет же? Нет, не будет скримера. Хорошо.
Так, теперь Саймон с двумя N. Ладно, я пойду направо. Окей, я пойду направо. Хорошо. Все, вроде нас не напугали. Я вижу какой-то портал. Сейчас мы с тобой выберемся из этого чертова лабиринта. Офигеть! Перейдите на другую сторону. О, нет, я не хочу идти. Саймон говорит стоп. Хорошо, я не двигаюсь сейчас. Теперь Саймон говорит двигайся. Иду, иду вперед. Ух ты! Эти головы выталкивают меня, я должен знать, что на другом конце. Движение равно умереть. Теперь Саймон говорит заморозить. Да ёлки-палки, нажал всего лишь-то на одну кнопку. Так, Сивон говорит вперед. Нет, 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 сейчас мы с тобой вперед идти не будем. Только когда говорит Саймон. Нужно будет очень быстро стартовать. Сином говорит зеленый свет. Я все еще стою на месте. Это будет самое тяжелое наше задание в этой игре. Саймон говорит зеленый свет. Все, побежали, побежали, побежали. Как? За долю-то секунды! Я ведь нажал на стоп! Я ведь не двигался! Симон с двумя N говорит зеленый свет. Нет, это не наш Саймон. Так, давайте-ка я сердечки себе добавлю сейчас, пожалуйста, за 35 робоксов, окей? Одно сердечко. Я не двигаюсь. Да почему? Почему он сейчас появился? Что за фигня происходит? Одно сердце равно 70 робоксов. Я сдох? Серьезно? Мне теперь придется бесконечно донатить по 35 робоксов? Твою ж налево! Я ненавижу эту игру, чуваки, просто ненавижу. На прохождение одного уровня я уже 100 робоксов, блин, потратил. Что же нам на этот раз скажет Саймон? Не останавливайся. Нельзя останавливаться, нельзя останавливаться. Если мы с тобой остановимся, то мы с тобой проиграем. Полпути пройдено. Окей, с этим уже можно работать. Шимон, кто такой Шимон? Это же не Саймон. Какого фига, я не понимаю, как это пройти, чуваки. Просто не понимаю. Так, Сивон говорит заморозить. Хорошо, я просто буду бежать вперед. Мне вообще пофиг. Папа говорит не останавливайся. Кто такой папа? Черт! Должно хватить робуксов. Симоен сказал не двигайся. Все! Это же финиш! Саймон говорит движение равно умереть. Мне пофиг. Я бегу вперед. Я слишком туп для этой игры. А как перепрыгнуть-то? А, все. Я перепрыгнул. Опять доначу 35 робуксов. Это самая донатная игра, в которую я когда-либо играл. Это очень смешно, чуваки. Я, походу, единственный чувак, который просто не сможет пройти адекватно эту игру. Давай, я почти дошел до этого красного портала. Симон говорит, не двигайся, а я буду двигаться, мне пофиг. У меня есть робоксы, Саймон, я тебя не боюсь. Все, что ли? О, нет, я заперт в одной комнате с этим парнем. Я должен спросить его. У меня есть 9 минут 53 секунды, чтобы выбраться из этой комнаты, судя по всему. Мы будем играть с тобой в игру с догадками. Не люблю я такие игры, у меня все очень плохо с догадками. Эта дверь откроется, как только вы скажете правильное число от 0 до 1000. И как мне понять правильное число от 0 до 1000? Так, хорошо, судя по всему, мы сейчас с ним будем играть через чат. Наконец, Саймон синий. Если таймер закончится, вы умрете. Нет, 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 нет. Нам нельзя позволить, чтобы таймер окончился. Так, давайте напишу 666. Выше, 777, выше. Давай, 999, 1000 что ли? От 1 до 1000, может быть он 1000 загадал? Это число получилось у нас выше, я понял. Когда красным показывает, значит это число неправильное. Хорошо, давай я напишу 200. Что, блин, с первого раза? Это что, шутка? Я просто написал 200 на рандом. Пора поиграть в игру в кальмара, как говорится. Саймон говорит, левый сломается. Значит, правый не сломается. Как играть в эту игру с Саймоном? Я себе добавил плюс одно сердечко. Симон говорит, правый сломается. Значит, прыгаем налево. Нет, это неправильно. Это неправильно. Значит, слева. Симон говорит, прыгай направо. А я прыгну налево. Саймон говорит, налево. Справа равно умереть, говорит Саймон с двумя ай. Какого хрена? У нее же было два ай. Это же неправильный Саймон. Саймон говорит, идти направо. Симон и Саймон, это, судя по всему, разные чуваки. Симон говорит, правая не сломается. Опять левая. У меня сейчас голова крашнется. У меня просто голова кругом. Как пройти этот уровень? Я сделал 1000 попыток. Я потратил, наверное, уже 700 робуксов, пытаясь пройти этот уровень, и это невозможно. Шимон говорит, правая не сломается. Хорошо, правая. Я хочу разбить этот монитор. Поскольку Саймон говорит идти влево, мы идем с тобой направо. Так, Саймон говорит направо. Тут написано неправильное написание. Здесь было правильное написание. Какого хрена? Саймон говорит, правая не сломается. Твою налево. Я слишком туп для этой игры. Слишком туп. Вы просто сейчас это видите? Саймон говорит, влево равно умереть. Значит, это направо. Саймон.
Блять, это был Саймон, твою мать! Короче, нужно следовать влево равно безопасно. Это неправильно написано. Иду направо. Не сработало. Бесконечные сердца. О, быть бессмертным и раздражать других. Класс, 349 робоксов. Это то, что мне нужно. Ладно, давай прыгну. Саймон говорит, правая не сломается. Прыгаю направо. Оно ломается. Симон говорит, идти направо. Иду направо. Я прошел примерно 20%. Вот настолько далеко мне удалось пройти. Саймон говорит, правая не сломается. Правая не ломается. Я же прыгнул направо. Правая не сломается. Опять ломается. Идти влево. Почему? Добро пожаловать на сервер шизофрения. Справа. Спустя полчаса я поменял язык, я вижу выход. Полчаса здесь убил уже. Саймон говорит, иди направо. О боже мой. Чуваки, я час убил на прохождение этого уровня около 1000 робоксов. Это просто настоящий кошмар. Никогда не играйте в эту игру в Роблоксе. Никогда, если не хотите сломать свой мозг. Просто ставлю дизлайк этой игре. Так, надо поменять обратно язык. Фу, все, можем идти с тобой вперед. Божечки мой, я уверен, что сейчас появится скример, и я даже буду этому рад, честно вам скажу. Собери 10 батареек. Да ладно, нам что, сейчас придется от этого бегать, что ли? Так, я вижу красный ключ. Неужели мы с тобой сейчас попадем в лабиринт? Это что, прикол какой-то? Ладно, давай пробежимся. У меня есть красный ключик. Могу ли я каким-то образом спрятаться, если что, от этого чувака, от этого Саймона, если он меня будет преследовать? Так, 2 батарейки я собрал. А где же он может быть-то? Ой, я вижу желтую дверь. А мне нужно найти красную. Здорово, дурачок. Что-то он там немножко подвис. Ему очень плохо, чуваки. Он там уже 10 дней. Пытается выбраться от стены. Слушайте, это на самом деле очень хорошо. Пускай он дальше бежит в стену. Мы с тобой сейчас аккуратненько пройдем все эти квестики. Кстати, лабиринт мне напоминает побег из сырного лабиринта по расположению своей локации. А где же красная дверь? Нафига мне вообще ключ от красной двери? Я сейчас здесь спокойно достану все батарейки. Они заныканы вот в этих вот проходах. Всего-то нужно 10 штук, это не так уж и много. Найдите способ открыть телевизор и сбежать из мира Саймона. Ну что ж, там Саймон завис. По-моему, я уже фактически прошел всю эту игру. О, я нашел красную дверь. Так, давай-ка мы ее с тобой откроем. Я помню, что мы с тобой пошли направо и там встретили желтую дверь. Соответственно, теперь нам нужно найти зеленую. Кто-нибудь видит зеленую дверь? Я нет, я ее не вижу. Зато я вижу опять халявную батареечку. Это уже 6 из 10 батареек. Мне кажется, нам даже не потребуется воспользоваться этим ключом, потому что мы сейчас просто разблокируем все двери и все. Изи-пизи, лаймон-сквизи. Я никогда себя более безопасно не чувствовал в этих лабиринтах. Вот когда монстр зависает, это прям не прикольно, но прикольно. Фу, особенно после той самой головоломки, которую я сейчас проходил, мне вот как раз-таки сейчас необходима небольшая передышечка. Просто побегать спокойно по лабиринтику, да, вот, привести свою голову в порядок, потому что я чуть, блин, не сошел с ума, когда пытался пройти тот самый уровень. Я реально чуть было, блин, не сошел с ума. Зеленая дверь. Ну, зеленая дверь, я думаю, что у нас находится тогда в правой части зала. Здесь мы ничего интересного не нашли. Блин, туда я никогда в жизни не вернусь. Хорошо, что у меня сейф-зона здесь. Ладно, давай я сейчас немножко прямо пробегусь. Легкая летняя прогулочка. Это у нас желтый ключ нужен. Хорошо, желтого ключа у меня пока что нет. Честно, даже не знаю, где мне его достать. Кто-нибудь подскажет мне, где зеленая дверь? Фиолетовая дверь? Так, хорошо. Давай я тогда пойду просто дальше по этому криповому белому коридору. О, зеленая дверка. Let's go. Желтый ключик. Мы помним, как вернуться обратно. Это будет несложно. Это очень хорошо. Прям справа от меня этот Саймон. Пожалуйста, не уничтожай меня. Я всего лишь хочу открыть желтую дверь. Блин, он такие криповые звуки издает. Почему он в стену бежит, мне интересно. Что с ним произошло-то вообще? Так, давай-ка я здесь пройду ради безопасности. Чтобы с Саймоном рядом не проходить. Не соприкасаться с ним вообще, блин, никак. Фиолетовый ключ есть. Это у нас с тобой уже 8-я батарейка. Ребят, это самая долгая карта на прохождение, которую я когда-либо проходил. И она очень сложная. Особенно вот этот вот мост из игры в кальмара. Это было прям полное безумие. Надеюсь, вы поставите лайкосик под этим видосиком. Кстати, плюс синий ключ, класс, да? Если вы любите Roblox, поставьте лайк. Если вы любите игру Саймон говорит, поставьте лайк. Если вы любите Brawl Stars, то подпишитесь. Потому что скоро опять выйдет на канале. Так, синяя дверь, все, последняя. Нам осталось с тобой включить телевизор, и мы с тобой, как в каком-то хоррор-фильме, просто запрыгнем в телек и все. Что за... Что происходит? Я чувствую головокружение. Почему я двигаюсь в обратном... Что? У меня сейчас управление поменялось. Когда я смотрю направо, смотрю налево. А когда двигаюсь налево, смотрю направо. Это будет немножко сложнее, чем я думал.
Но в целом, пройти это сейчас можно будет. Только я на это потрачу сейчас 10 минут, блин. Я стараюсь не запутаться в своих клавишах, потому что такое может легко произойти. А мне бы не хотелось сейчас запутаться. Ой-ой-ой. Чуть было не улетел вниз. У меня голова кругом уже идет. Хватит с меня таких сложных головоломок. Кто решил сделать такую сложную последнюю дверь, блин? Все, я собрал последнюю батарейку, и теперь я должен точно так же возвращаться обратно. Не улетел. Все, управление вернулось. Да ладно, наконец-то я вернулся к нормальной жизни. Чувак, ты не представляешь, как я рад. А особенно после прохождения этой карты, мне вообще навсегда разохочется проходить все эти лабиринты дурацкие. Вот она, безопасная зона. Осталось всего лишь включить телевизор. И все? Вау, это я сплю. Эй, проснись. Эй, а куда пропали мои мышцы? Что за фигня? Где я, черт возьми? Это все это время был сон! Да ладно! Чуваки, это мы с вами только что проходили в легком режиме сложности. Что будет, если я пройду этот режим в кошмаре? Боюсь себе представить. Ладно, если вам понравился этот видос, поставьте лайкос, подпишитесь на канал. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос!